Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас відбулось чергове засідання виконавчого комітету, на якому розглядалося ряд питань, в тому числі питання стосовно зустрічі, яка була назначена президентом УЄФА паном Платіні у зв'язку з ситуацією з кримськими командами та кримськими футбольними суб'єктами України. І більш детально, напевно, Андрій Васильович, я вам слово передаю, більш детально про підсумки виконкому. Самое главное факт в том, что Федерация футбола Украины в лице решения исполкома Федерации футбола Украины направляет делегацию с одной единственной целью – добиться того, чтобы футбольная семья, европейская футбольная семья в лице УЕФА отреагировала на жесткие нарушения уставов ФИФА и УЕФА и вела, не просто дала оценку данным событиям и данным фактам, но и ввела жесткие санкции, такие, которые ввела Европейский Союз по отношению к России, к российским компаниям и чиновникам. Также, я думаю, уверен, что должен поступить и УЕФА в том ракурсе, в котором сегодня Россия действует по отношению к единой футбольной семье, нарушая устав наших организаций. В этом смысле единая позиция, при которой отправляется делегация от Федерации футбола Украины, это жесткие санкции, жесткий ответ от УЕФА на действия Российского футбольного союза по отношению к крымским командам, которые находятся на территории Украины. И мы говорили и говорим, и будем говорить о том, что Крым – это Украина. Ну и, конечно же, знаем и уверены, что сегодня мы должны все вместе обратиться так, как Украина обратилась и в УЕФА, в Европейский Союз и США, и на это была жесткая реакция. У нас также есть возможность четко и получить ответ, если политическая семья в лице Европейского Союза дала свою оценку жесткими санкциями третьего уровня, а уже перешла и к четвертому уровню. Также должно быть такой же ответ, должен быть и от футбольной семьи. Уверен, что у нас есть, когда будет рассматриваться вопрос на внутреннем заседании УЕФА по этому вопросу, у нас есть наш представитель, который был представлен от Федерации футбола Украины, это Григорий Михайлович Суркис, который является вице-президентом УЕФА, и я уверен, что его позиция будет очень жесткая, потому что были максимально жесткие санкции к Российскому футбольному союзу. І Андрій Васильович, я думаю, що ви треба сказати склад групи, яку визначив виконавчий комітет, скоріш за все. Сьогодні було прийнято о тому, що це буде не в одному лице Анатолія Дмитрича, це буде состав групи, в яку входять президент Федерации футбола Украины Анатолий Дмитриевич Коньков, исполнительный директор Максим Бондарев, вице-президент Андрей Павелко и член исполкома народный депутат Михаил Ланьо. Так, в таком составе будет представлять Федерация футбола Украины на этих переговорах. Может, питання? Да, будь ласка. На Espresso TV. Вот сразу несколько вопросов. Вот первый к Павлу. А почему нету, собственно, Анатолия Дмитриевича? Хотелось бы пообщаться с ним. Анатолій Дмитрович зараз спілкується з представниками «Ультрас», тому доручив функцію проведення перемовин, спілкування з журналістами, першому віце-президенту Федерації футболу, одному пану Мариновському, другому віце-президенту і виконавчому директору пану Бондарю. Ясно. От относительно людей, які їдуть на переговори, от, собственно, якщо я не ошибаюсь, в составі нету ні одного чоловіка, от юриста професіонального, міжнародного. Федерація футболу є юридичний відділ. От по вашому відповіду, кажеться, що вот жесткие санкции, все, у вас основная надежда на то, что будет Григорий Суркис это делать? Или вот, почему нет юристов? Смотрите, ну, во-первых, каждый из нас является юристом, я лично юрист по образованию, но и Максим Валентинович юрист, но мы обязательно с собой, это же технические уже вопросы, кто едет от юристов, мы же говорим официальные лица от исполкома, конечно же, будет и юрист, но мы ни в коем случае не перекладываем, мы говорим о том, что наши позиции как никогда сильны, и сегодня, когда внутри УЕФА будет рассматриваться этот вопрос, у нас есть очень сильные
козырь, который будет внутри УЕФА, когда это будет закрытое совещание, не переговоры, а закрытое совещание, есть возможность отстаивать наши интересы на самом высшем уровне. И последнее, вот вы говорите, жесткие санкции, какие конкретно? Это будет отстранение, ну вы будете требовать отстранения российских клубов, возможно, от Еврокубков. То есть как-то можно чуть-чуть объяснить, какие именно санкции вы надеетесь? Ну, как минимум адекватные Европейскому Союзу, которые уже перешли к четвертому уровню санкций, но в этом смысле обязательно должны быть они максимальные, потому что впредь ни в европейской семье и в мировой семье футбольной не должны переходить, нарушать уставы ни одна федерация, какая бы она ни была, будь то мощнейшая, ну, по территориальному принципу, одна федерация или самая маленькая федерация, там, не знаю, Андорры. Любая федерация, она в равных степенях имеет равные права быть защищена уставом УЕФА и ФИФА. Ну, то есть максимальное это исключение клубов из Еврокубков и УЕФА без чемпионата мира? Или... Решение УЕФА должно быть самым жесточайшим, таким, который бы не дал права в будущем повторять таких примеров. Тоже Евгений Платонов, телеканал «Экспорт». Вот уточнить по санкциям. Если нарушен устав УЕФА и ФИФА, ФФУ как член этих организаций может инициировать вопрос о приостановлении членства Российского футбольного союза в международных ассоциациях, вынести его на голосование и в дальнейшем, если там проголосуют на конгрессе, или на заседании исполкома ФИФА и УЕФА о приостановлении членства РФС, что под собой подразумевает уже отстранение клубов и сборных? Само собой, вы сейчас и сказали, мы говорим о максимальных санкциях, но еще раз говорю, что у нас есть в этом смысле, когда будет это рассматривать этот вопрос, у нас есть представитель Украины внутри УЕФА, и мы требуем максимальных санкций. Самых максимальных, которые могут быть в футболе. Потому что это должно быть примером на всю оставшуюся жизнь для всех, для всей футбольной семьи Европы и мира. Будь ласка. А вот у нас есть масса союзников, вот мы говорили со словацкими журналистами и общественности Польши, которая, так скажем, была подвергнута аналогичному, когда Гитлер их оккупировал, и другие страны, которые стали жертвами вот таких вот оккупационных действий, они уже априори ваши союзники. Проводилось ли предварительно какое-то лоббирование наших интересов с представителями федерации и других стран? Велились переговоры с теми же самыми прибалтами, поляками, с которыми прекрасные отношения. То есть они поддержат нас на моральном уровне. Есть полное взаимопонимание со всеми странами, входящими в УЕФА. Все, конечно же, поддерживают этот вопрос, потому что он сегодня на повестке дня общеполитический, наверное, для всех, не только футбольный, но и общеполитический. И если ЕС с очень внутренне сложной такой структурой принятия решения принимает четвертый уровень санкций, очень сложный. Там есть интересы всех стран, экономические, политические, и они принимают четвертый уровень санкций. То УЕФА, я думаю, что намного быстрее и, ну, и четче должна дать свою позицию, потому что УЕФА также находит, не также, а в первую очередь находится в общей европейской семье, в Европейском Союзе. Еще один вопрос. Может быть, вам известно из каких-то своих источников, с какой позиции на эту встречу приедут представители России? Думаю, что нам как раз не о чем с ними говорить, так как проводя исполком и принимав такие решения, они знали, на что шли. О чем мы сегодня с ними можем говорить? Да, у них была возможность это решение не принимать. Принимав это решение, они знали, какие риски они несут. Необходимость с ними говорить мы не видим. Мало того, была инициатива встречи, мы от первой инициативы отказались очень четко. И не дали ни двузначный ответ, что нам говорить нечем. Но сегодня мы понимаем, что мы живем в единой футбольной семье, ФИФА и УЕФА. И ФИФА и УЕФА инициируют такую встречу. Мы обязаны приехать и дать еще раз, наверное, даже может более
жорстку, не более жорстку, а самую максимально жесткую свою оценку данным событиям. Она дана сегодня на исполкоме Федерации футбола Украины. И мы едем говорить не от лично Конькова, Павелка, Бондарева или Ланьо. Мы говорим от всего украинского футбола, который сегодня исполком единогласным решением выразил поддержку в нашем решении на позиции на переговорах в УЕФА и ФИФА. Ще є запитання? Да, будь ласка. Лов, телеканал «Футбол». Я хотел спросить, обсуждалось ли вообще будущее украинских клубов в Крыму? То есть, есть ли у них вообще какие-то перспективы? Или, тот, или только как бы санкции вот, по отношению к России? Сегодня на исполкоме вы спрашиваете? И вообще, есть ли как бы, какая-то программа вот, относительно украинских клубов в Крыму? Какое-то направление? Не только клубов. Мы и сегодня оказываем помощь детским школам, детским командам, проведение турниров, передаем туда мячи и поддерживаем полностью с арбитрами, которые также это считают. Ну, это люди, которых мы воспитывали. Мы давали в это знания, возможности практики и возможности роста в квалификации, это целая система, это же не просто футбол, это только высшая лига, да, там, или профессиональный футбол. Это вся система украинского футбола, в которую входят детско-юношеские соревнования, система арбитров, ветераны, система школ, академий и так далее. Их, это ну, то, что было, есть и будет украинским футболом. Я доповню, якщо можна. Ви ж розумієте, що поки не буде вирішено загальнополітичне чи загальнодержавне, на загальнодержавному рівні питання, що буде далі, які стосунки будуть наші з Росією, як буде себе поводити Крим, то до цього ми скакати окремо або випереджати цю ситуацію, якби не можемо. На тому рівні, наскільки можемо допомагати, допомагаємо, ведемо комунікацію, є між нами. Ну, будемо робити все для того, щоб мати стосунки з Кримською Федерацією. Нема більше запитань. Дякуємо вам. Будь ласка, да, Максим. Я хотел бы тогда еще коротко добавить относительно других вопросов, которые рассматривались на исполкоме. Я думаю, что это нужно знать также общественности футбольной. Еще один вопрос, не менее важный, это назначение очередного конгресса. И при рассмотрении данного вопроса было принято решение назначить очередной конгресс Федерации футбола Украины на 18 декабря 2014 года. Время начала 12 часов дня. То есть, чтобы вы тоже... В этом зале, естественно, чтобы вы знали об этом. Также был рассмотрен ряд других вопросов. Была утверждена программа развития массового футбола в ФФУ и в регионах в целом. То есть это документ, который является такой базой для его использования в регионах, для развития и улучшения показателей по массовому футболу. Это была работа комитета соответствующего в этом направлении. Как бы сегодня этот документ рассматривался на исполкоме. С учетом предложений членов исполкома и учитывая, что исполком был расширен, на нем также, вы знаете, присутствовали региональные федерации, руководители других коллективных членов. То есть как бы, этот документ тоже получил соответствующую оценку, он был принят сегодня за основу. И те все конструктивные предложения, которые были озвучены, также он в себя включит. И как мы надеемся и оптимистично смотрим вперед, что все-таки ситуация в стране улучшится, и такого рода документы смогут в полной мере реализовываться. Вот. Также ну, дальше вопросы рассматривались, это ряд регламентных документов по футзалу. В принципе, все. Будь ласка. В данный момент нет. На этот исполком нет. Все. Дуже дякуємо вам за увагу. До побачення.